Лада подвела итоги продаж за август этого года. В последний месяц лета было продано 28 836 автомобилей, включая Лада Нива и 215 экземпляров Нива до ее ребрендинга. Прошлый месяц продемонстрировал сравнительно небольшую динамику, что обусловлено периодом отпусков, который в силу объективных причин переместился в этом году на конец лета. Тем не менее, продажи «Лады» сопоставимы с уровнем августа прошлого года. Тройка лидеров в августе не изменилась. На первом месте по объему продаж все модели семейства «Лада Гранта» с результатом в 10 693 автомобиля. Модели семейства «Лада Веста» были проданы в количестве 8 552 автомобилей. Третье место по традиции заняли пассажирские и коммерческие версии семейства «Ларгус». В сумме в августе было реализовано 4 286 таких автомобилей.